Тогда, ребят, я вас всех приветствую, добро пожаловать. И, собственно, продолжаем проходить Якудза Киоами, наверное, в первой части, и наблюдать за историей Кирю Казумы. Вперед. Мы остановились на 7 главе. Мы нашли место, где укрыть Харуку временно, пока Кирю придется пойти встретиться с Нишияма на следующий день. Кирю, мада Нишияма то ау маде а джиган гару. Харука му иройро атте цракатта даро кара. Скоши а кибараши ни иттекой. Кирю, у тебя есть еще некоторое время, прежде чем ты должен будешь встретиться с Нишияма. Поэтому... Нет. И вы с Харукой уже через многое прошли. Поэтому я думаю, что... Вы заслуживаете перерыва, не? Да, но Харука ранена. Кизуа асай. Сорени, аного ни тотча тамано асоби но хоу га ии ксури ни нару са. Рана неглубокая. И для такого ребенка, как она, иногда смех – это лучшее лекарство. Я буду ждать здесь вас. Так что, давай, пойди, повеселись. Ради нее тоже. Хорошо. Увидимся. Полагаюсь на вас. Вообще-то я тут ранен, вижу, еще после первого предыдущего боя. Так, ну что ж, как мы видим, у нас как бы время еще есть. И мы, ребят, пойдем потусим с Харукой по городу. Харука. Давай. Твоя рука в порядке теперь? Да, в порядке. Ой-ой. Ну, да, ты сам только немного взглянул, но все будет хорошо. Слушай, тебе действительно стоит полагаться на детектива? Я думаю, тебе к доктору надо бы. Весь об заклад большинства детей не проходит через такое. Я прямо чувствую себя героиней дорамы. Зуйбен кимоттамага суаттенна. А у тебя кишка не тонкая, девочка. На. Но не перенапрягай себя слишком. Ёкай. Хорошо. Кирю-сан. Кирю-сан. У вас есть свободный момент? Минутка. Ма, да. Ну, полагаю. Джа, омошрой башо га аримасу де. Накамичи-дори то Тайхэй-дори но буцкару башо ни такаракужи юриба га арун десу ва. Я знаю интересное место. Есть лотерея... нет. Есть продавец лотерейных билетов, где находится... Где, собственно, встречается улица Накамачи и бульвар Тайхэй. Покупка лотерейных билетов не так уж и интересна. Не-не-не, я вам не рассказал самую лучшую часть. Поговорите с этой леди, что продает там билеты, и она вас отведет в более захватывающее место. Мне втирает какую-то дичь. Посмотрим. Так. Ну, Харка, давай возьми меня за... Харка, у тебя есть мобильный телефон? А зачем он мне? А почему он у меня должен быть? Я же была в приюте подсолнухи. Странно. Дата-сан говорил, что у всех детей в наше время уже есть такие. Но полагаю, что это не применимо прямо ко всем. Ну, у всех детей в моем классе, да, он есть. Они всегда посылают себе имейлы насчет того, чтобы встретиться после уроков. Что? Имейлы? Друг другу? Дядя, вы что, не знаете, что такое имейлы, что ли? Вы так отстали от всего? Что? Ты же не говоришь о письмах, когда говоришь о имейлах.
Камуро Чоте, Митакото Мунайо Мисена Таксара Йоне. Камуро Чоте имеет столько всяких магазинов, которые я раньше не видела. Суда, да. Ну да. Думаю, это все для тебя. Я думаю, все это в новинку, интересно для ребенка. Кстати говоря, я видела магазин игрушек по пути сюда. Но он был закрыт. И не могла попасть внутрь. Интересно, когда он откроется? Постой. Возможно, это магазин взрослых игрушек. Ты слишком юна для таких вещей. А? Почему? Я кау. Или я там что-то просрал? Да? Нет, они покупают. Ну, некоторые, но не я. Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Как же мне на это отвечать? Ну да, как отвечать? Так, ну что ж, погнали, Харука. Ладно. Ну, по сути, мы можем потусить с ней. Можно в караоке там пойти, все дела. Или сразу куда нам говорят. Слушайте, а погнали с Харукой в караоке, раз мы как бы гуляем. Хотя странно, она не берет меня еще за руку. Видно, это почва будет, я уже не помню. Харука, не отставай, все нормально будет. Так, где у нас там караоке было? Было вообще. Так. Ой, что-то он далеко. Маленькой девочке. Ага. Ну, Харука может поставить на место любого. Харуке палец в рот не клади. Ну что ж, ладно, давайте послушаем нашу Харуку, как она поет до того, как сами знаете, что будет с ней в пятой части. Да, конечно, твои. Окей. Я никогда не пела караоке, так что это действительно захватывающе для меня. Интересно. Так, какую бы песню мне выбрать? О! Auto Metal My Life. О, господи. Это жесть. Сакурамичи. Ой, какеру сенака. 高鳴る胸は乙女色今やっと気づきましたもうどうしようもなくきっと多分俺はおい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 
Hey!
Да, это жесть. Для маленькой девочки это жесть. Так, я спеть. Ну ладно. Давайте споем. I sing for you. Baka mi tai kodomo na no ne. Yume wo ootte kizutsuite. Uso na heta na kuse ni waraenai egao miseta. I love you mo roku ni iwanai kuchibeta de onna ni buki yo nano ni doushite sayonara wa ieta Привет, Mountain to Wait. Так, ладно, все, погнали дальше по сюжету. Сугой, сугой. Спели и хватит. Так, ваше время на исходе, окей. Да, No Time to Wait. По-моему, это самый-самый оригинал. Не знаю точно. Короче, да, это был Бакамитай из первой части. Так. Бакамитай Печаль Эдишн. Он так называется. Ой-ой-ой, гопники, гопники, да твое же ж! Так, я немного чуть не туда пошел.
Так, давайте посмотрим какое-то там секретное место, где можно повеселиться от души. Как нам тот чувак посоветовал. Интересно, это место, в это место действительно стоит идти с маленькой девочкой? Ара, Они-сан, нанико кикитасоуна кау ситеру ва не? А, похоже, у вас ко мне вопрос, мистер. А, так вы слышали от него? Пожалуйста, подождите. Вы должны купить... Как эти хрени называются на русском? Короче, игровые... ну... теги, которые стоят 100 тысяч йен, прежде чем я позволю вам войти сюда. Вы согласны? Да. Но это не совсем фишки. Ладно, вот, держите. За... 100 тысяч йен, вы получаете 1000 очков на сумму этих игровых фишек. Удачи, повеселитесь. Ну, это вот такие длинные палки. Классная дверь, хочу такую же. Что это за место? О. Напридумываю же, Лёня. Не говори. Дядя, теперь я в порядке. Я хочу кое-что сделать. А ты уверена, что в порядке? Да, я в порядке. И моя рука больше не болит. Видите? Понял. Не дави на себя слишком сильно, хорошо? Хорошо. Ты брухажан, хотите погонять? Ну да. Блин, тут... Открываем. 5-2. Нечетно. Сэр. С вами ребенок? Мы на экскурсии. Это проблема? Все нормально. Но мы не делаем скидок для детей. Погнали. Делайте ваши ставки. Четные. А у нее есть дух. Четные. Так, готовы? Давайте начнем. Делайте ваши ставки. Это четные. Я доверюсь Харуке. Ну, давайте поставим. Все. И... Да, четное. Неплохо. Че, готовы? Начинаем. Давай. Четное. Ну, опять доверимся Харуке. Поставим косарь. Больше косаря нельзя ставить, вижу. 3-3, четное. Неплохо. Ничего себе Харуке дает. Читер. Четное. Чохан кома, соройました. Чоу!
момент истины. Опять четно. Готово, начинаем. Так, что в этот раз? Нечетное. Чохан кома соройました. Чо Сабурок но хан. Да уже забей. Резко. Смысл не меняется. Хайримасу. За хатанда чо. Чо. Коре ва чо. Так, опять четное. Окей. Блин, теперь я знаю, у кого нужно брать с собой, когда я буду играть в азартные игры. 4-6, четно. Стоп, а почему дубль? Пожалуйста, прошу простить меня на минуту. Я сейчас вернусь. Это очень просто, дядя. Я очень хороша в этом. Может быть. Вы выигрываете из-за меня. Я получу что-то позже, не так ли за это? Конечно. Блин. Прошу прощения за ожидание. В моем возрасте мне часто нужно отходить. Хорошо? Давайте вернемся к этому. Погнали. Ставка. Сейчас скажу. Нечетно. Ну, вперед. Это было очень подозрительно, то, что он отошел. Я поставлю поменьше. Чохан кома. И... 2-6, чёт. Счёт Харука как-то сдулась, или тут что-то не то. Пожалуйста, садитесь на место, сэр. Не трогай меня. Что за... Какого хрена ты делаешь? Ты портишь нам игру. Мы закончили. Стоять. Дядя. Эй, посмотрите на это. Что за фигня? Это довольно интересный кубик. Ты жульничаешь? Что здесь происходит? У тебя хватало наглости? Эй, охрана. Они жульничают. Вышвырнуть их. Что? Так. Ну, сестра, ну, в данном случае, как бы... Как я вижу, они не разделяют сильно то это дело. Дай насрать. Блин, нужно было пойти пожрать что-нибудь перед тем, как прийти сюда, то какой мало. Опа! Нормально. Хорош.
Лежи. Сволочь, подставили. Подождите секунду. Простите меня. Ты должен знать лучше всех, что происходит с дилерами, которые обманывают. Нет, это... Сэр. Пожалуйста, простите нас за этот инцидент. Я здесь главный. Этот дилер был бродягой. Мы понятия не имели, но это наша вина. Мы гарантируем, что он столкнется с последствиями. Что оно? Не возражаете, если мы разберемся с этой проблемой в дальнейшем? Конечно. Вы получите компенсацию за свои проблемы. Мы как раз собирались уходить. Он полностью ваш. Большое спасибо за понимание. Пожалуйста, возвращайтесь в ближайшее время. Окей. Да, повеселились, называется. Хотя нечего, повеселились. Ура, я вернулся, и бабка. Кто там еще? Почти время. Приводи Харуку в чистилище. Хорошо. Почти время. Ой, фак, только не ты. Так, хорошо, мы скрылись от нашего сталкера. Давай, Макс, спокойно. Так, я бы хотел бы пойти куда-нибудь пожрать. Вот сюда можно. И потом можно будет пойти оставлять Харуку и пойти разбираться. Разбираться. Встретиться с Нишикиямой, поговорить с ним. Глазу на глаз. Вот это классное место. Добро пожаловать. Я покажу вам ваш столик. Спасибо. Так. Да, тут все что угодно можно брать. Хо-хо. Ачивку «Попробуй все блюда в этом городе» уже выполнен давно. Давай, Лунары, тебе спокойной, спокойной ночи. Жаль, что вы уходите. Так, ну все, поели. Пошли, Харка. Кирю, пришло время, почти, да. 10 лет назад Нишикияма был другим человеком, теперь он способен на все. Верно. Позаботьтесь о Харука. Хорошо. Прошло 10 лет с тех пор, как я пил с моим лучшим другом. Я могу немного опоздать сегодня. Хорошо, будьте осторожны, дяди. Да. В любом случае, ты сильно-то не изменился за 10 лет, Кири, правда? Думаю, я сам этого не осознаю. Да посмотри на меня. Сколько этих серых волос у меня уже. Это доказывает то, что вы действительно прошли через многое. К сожалению... Ну, вы совершенно точно теперь намного лучше выглядеть, чем 10 лет назад. Ну ладно. Нашли не время поболтать о старых времени.
это уже обсуждали. Так, я возьму такси. Удобно. Стоять. Таксист нормальный? Нормальный. Нет, просто иногда могут попасться ненормальные таксисты, это будет жопа. Ну что ж, погнали. Лена. Лена. Почему ты тут? Нишики уже в пути. Именно поэтому я беспокоюсь, что вы двое можете убить друг друга. Лена. Лена. Давно не виделись, брат. Лена. Лена. Саке. Саке. Прошло 10 лет с тех пор, как я пил с тобой. Да. Посещение не вписывалось в мое расписание. Знаешь, я был занят. Конечно. Я действительно хочу, чтобы эти 10 миллиардов были в моих руках. Отдай девчонку и кулон. Сначала ответь. Почему ты убил Мидзуки? Я не хотел. Сестра Юми. Я не хотел ее убивать. Но Тайм Твейт, у тебя еще сомнения? А, босс, что вы, придурки, натворили? Мне очень жаль, мы не могли заставить ее говорить. Кто сказал убить ее? А, босс! Подождите, подождите, пожалуйста! Она была сестрой Юми. Кто сказал вам убить ее? Кто вам сказал? Босс, оставьте это нам. Мы уберемся. В течение 10 лет я искал какой-либо след Юми. Я слышал, ее сестра работала в Сирена, поэтому я держал ее под пристальным наблюдением. Я подумал, что где бы она ни была, Юми последует за ней. И вот как ты узнала Харука? Возможно, это была судьба. Та девчонка была в подсолнухе, тот же приют, в котором мы выросли. Мидзуки открыла Арес, потом она исчезла с карты. Я оставила свою дочь в подсолнухе. И затем 10 миллиардов клана Тодзё были украдены. Но потом... Это в точку, кольцо Юми. Его нашли на место преступления. Юми должно быть где-то рядом, я это знаю. Кирю, весь клан Тодзё находится в состоянии войны. Для тебя это уже перебор. Я не обижу тебя, отдай мне кулон. Это не единственное. Это единственное, что у Харука есть от ее матери. Мне плевать на твою войну. А ты не изменился. Вот почему Юми влекло к тебе. И вот почему все пасутся на твоей стороне. Это тоже не изменилось. Ты ненавидишь меня за это? Даже не знаю. Но в конце концов, я тебя предал. И старика тоже.
Пути назад больше нету. Неужели? Ты был тем, кто застрелил Казаму-сан. Да. Мои руки дрожали, когда я нажимал на курок. Остановитесь! Вы оба, остановитесь! Почему? После всего, что Казама-сан сделал для нас, он еще не умер. И кроме того, Синджи с ним. Казама-сан, мы на месте. Ты поставил прослушку на Синди? После того, что случилось 10 лет назад, я никому не мог довериться. Я собираюсь подняться на вершину клана Тозио по-своему. Если ты не передашь дочь Мидзуки, даже ты не получишь поблажки. Делай, что хочешь. Но я не отдам тебе Харуку. Позволь тебе ее использовать как инструмент ни за что. Просто чтоб ты знал. Я надеялся, что мы сможем работать вместе, как в старые времена. Но... с этого момента ты мне не брат. Почему все должно было закончиться так? Почему? Да. Босс, нам придерживаться плана? Да. Сделайте это. Да, сэр. Что он так взял и ушел, просто оставил нас в живых? Конечно. Смянешите. Нет, не готово. Давно не виделись, лейтенант Кирю. Босс приказал нам это сделать. Не принимайте на свой счет. Сделайте. Перебить пол семьи Нишикиямы. Блин, папа. Come on.
это, наверное, было больно. Да, нет. Ушел как царь, перебив полсемьи. Нормально. Ну что ж, продолжение следует.